Так. Так. Чёрт побери. Сейчас сделаем музычку потише чуть-чуть. Я не знаю, достаточно ли тихо музыка или все еще громко. Я нашла себе новую игрульчику, которая будет в итоге, конечно, чуть-чуть спамить в чат, но ничего страшного. Я думаю, я надеюсь. Вот. Привет. Привет, булочки. Дрятайте. Дрятайте. Все играют, нахваливают, обсуждают, надо глянуть. А вот. Я к вам третий день в одном и том же, но... Я думаю, вам плевать. В общем, что я хотела сказать? Я хотела сказать привет. Привет, котики сладкие, булочки, бубалехи. Просто... Я хотела начать сегодня стрим с настроек, потому что мне прям приспичило настроить хромак. А потом, когда я уже начинать стрим, я поняла, что я не хочу настраивать хромак, мне лень. Привет, это Ратио, привет. Чё как? Как у вас? Как у вас дела? Как выходные прошли? Как у вас понедельник начался? Как вы? Как у вас дела? Меня не было эти дни, так что не знаю, что это было, что нет. А где ты был? Чё делал? Где был? Уезжал куда-то? Отходишь? О, это отлично. Активный отдых хорошо, и отходить от активного отдыха тоже прекрасно. Хотя обычно после выходных с активным отдыхом нужны еще выходные, чтобы от этого отдыха отдохнуть. А Spiritfarer, да, я просто ее насмотрелась. О, в Карпатах, очень круто, очень. Как там? Насколько там охеренно? По шкале от 10 до 10. Я просто смотрела этот Spiritfarer везде уже, и у меня так руки чешутся. Если б не часовые, мы бы все выходные в него играли. Потому что, серьезно, господи, просто передать не могу. Передать не могу. Дорого и богато, особенно. Ты в Буковеле был, да? И там тоже. О, классно. Классно. Ты с кем-то ездил? Или у вас чё, как ты? Или ты сам решил? В кого играли? В Спура или Гуся? Пока что ни в кого не играли. Мы сейчас дождемся. Мы полтора часика поиграем в Spiritfarer. Полтора часика. Потому что я не могу уже. У меня так руки чешутся в него поиграть. Хотя бы просто попробовать, потрогать. Мы полтора часика поиграем в Spiritfarer и пойдем доигрывать наши часовые игры. У нас там 4 штуки остались. У нас остался Batman, Burning Daylight, Getting Over It и Гусь. А еще я добавила новую команду, восклицательный очаг. Можете попробовать. Она пока что бесплатная. А еще у нас... Нет. Восклицательный гусь нету. А еще в Дискорде новый смайлик... Есть. Он просто скрытный. Он вот как прятался с часовыми, так он и здесь скрытный. И новый смайлик в Дискорде. Я вырезала того гуся, которого кидал как-то Black Dragon, и у нас теперь новый смайлик с гусем. Поэтому вот. О, сборная солянка, это классно. Прям здорово, здорово. Я надеюсь, у тебя прям отличные выходные были. Тебе очень понравилось. Вчера с трудом Реджином... А, с трудом с Райганом в Реджином. Я постоянно Реджин! С Реджином в море Воровской оперировали. Сейчас игра не запускалась. Проблемы со связью с серверами. Кое-как запустили, нас в результате папки потопили. Бля, вот это обидно, когда папки топят. Выходной, что ли? У меня сегодня выходной. И у меня выходные до... 11 сентября. До 13-го включительно. У меня выходные, которые называются отпуск. Я их называю каникулы. А закинуть гуся в Better TTV? Как у меня горит очаг! Так, закинуть гуся, кстати. В Better TTV хорошая идея закинуть гуся. Так, быстро. Ну, считай, полгода. У нас отпуск уже накопился, у нас по накопительной системе идет...
Подождите, а как забраться в Better TTV? Что-то я не шарю. По накопительной системе идет все это дело. Вот. И накопилось 15 дней. Из этих 15 я взяла 10. Вот, чтобы хорошенько отдохнуть. О! Все, огонь. Все, спасибо большое, а то я не могла понять, куда тыкать, чтобы... А еще у меня нет воды дома. У меня отключили в 11 утра воду, и я теперь сижу, обновляю постоянно сайт нашего водоканала, чтобы увидеть, как у них прогресс идет, потому что должны вроде в 7 часов вернуть. Так, слушайте, ага, 5 из 15, все, 3 из 15, апдейты мод. Поехали. Будет гус. Просто гус. Оформление гусасин. At least 5 characters. Окей. Гусасин. Should your emote be decided for manual review? Please explain this emote, provide justification for use. Привет, Вама, здравствуй. Яешка, сладенький. И как вы в итоге, как у вас, долго вы играли в море воров? Какая у меня прическа, господи, какая я вся охуенная, сил нет. Так, ну поехали. Подождите. А можно же в shared emotes закинуть это дело. Правильно я говорю? Все. А еще у нас гораздо более бодренькая музычка пошла, как вы видите. Image Dimension. 112, 112. Окей, все, понеслась. Открываем Photoshop. 112 на 112. Понял, принял, обработал. Приехал в универ. Угадайте, у кого сломался холодильник, в котором... А вот зато Wi-Fi у соседки. Что еще надо, понимаешь? Зато Wi-Fi у соседки. Только вчера зря натопталась, ходили к водопаду Гук. Дороги размыты, нужно 5 км топать. Дорога только первые 3 из-за близости дачи. Дальше такая себе. Суть даже не в этом. Водопад мельчал из-за малого количества осадков в этом году. Смотрите, это обидно. С другой стороны, блин, ну никогда не знаешь, как там будет. Поэтому you tried. Вы попытались... Хоть так, знаешь, хотя бы так. 112 на 112, я сказала, пикселей, да? Так, делаем пиксели. 112 на 112. Нет, это 2. Сегодня у меня очень странное ощущение от сидения дома, на самом деле, потому что я вижу оповещения в телефоне, которые мне приходят с рабочих чатов.
А еще я нам сделала музычку прикольную. А можно тебя центрировать как-то? Сейчас мы сделаем вот так. Сейчас я сделаю нам смайличек. Опа, центранули огонь. Гусасина! 1-800-ГУСАСИНО. Ща делаю почти. Я все вижу. Я все вижу. Ща делаю. Быстро. А еще я убрала коврик из-под мышки. У меня теперь мышка иногда ведет себя неадекватно. Бои! Автоапрувд. Ребята. Все. У нас новый смайличек. Господи, как я его хорошо вырезала. Бэч. Где там этот смайлик? Куда его юзать? Как его, блядь, юзать теперь здесь? А ну-ка. Диану, поиск смайлов. Нету смайла. Нету смайла. Где смайл? Не добавился, сука. Не обновился. Но у нас есть смайл с гусем, ребята, теперь. Я постоянно забываю, что можно в Better TTV заливать же все это дело. И у нас там еще по 10 слотов, что в одном, что в другом. Ну, 10 слотов в смайликах канала. 11. Сейчас занято 4 из 15. И в расшаренных, ну там расшаренные можно самостоятельно добавить. Поэтому. Опарыши в холодильнике, это, конечно, сочувствую. Часа 3 было тяжко, да и воскресенье. Ага, понятно. Вор! Ворую чисто, чтобы у Вики сидеть. Все по справедливости. Во благое дело ворует. Тогда ладно, не открывай. Поиздевались над коллегами, как планировала, или решила не душить. Я решила не душить, я им просто зашла, написала, что я очень по ним соскучилась. Вот, поэтому. И все. Винкаджку в танк. Дя! Химерушка, здравствуй, сладенькая моя. Здравствуй. Что, если сидеть дома? Нет, я прекрасно себя чувствую, сидя дома. Чудесно себя чувствую, сидя дома. Просто, я вообще не против. А еще я купила Fall Guys, поэтому... If you know what I mean. Открыл рабочий чат, пришло оповещение, что меня оттуда выгнали, сука! Новый смайлик вы... Ну это не тот смайлик! Где смайл с гусем? Написала, что очень соскучилась, а ржет, сидит. Они мне не отвечают, между прочим. Кстати, хочу обратить наше всеобщее внимание, что я по ним соскучилась, а они по мне уже нет. Нет, соскучились. Под стенами офиса. Теперь я делаю дабл-клик и все убираю. А еще мне зарплата пришла. С чего может начаться понедельник отпуск с зарплаты?
соскучилась после двух выходных, а нам в среду не пишешь, что соскучилась по нам. Я, по-моему, всегда скучаю. Я всегда говорю, что я по вам очень скучаю. Очень ужасно. А еще идемте уже играть, потому что нет сил это терпеть. Нет сил это терпеть. Пошлите играть сколько можно. Скажите мне, сколько можно. Все, не играет! Не играет Retaliation by Fingers. Не играет. Что ты обманываешь людей? Что ты обманываешь? А этот парень балабол. Так, сейчас я запущу спид. Тратим Вики на зарплату, ушкну в танк. Там ее не очень много. Я уже часть закинула в банку на апгрейд компа. А, часть я в банку закинула. Этот парень был из тех, что просто любит врать, да-да-да-да-да. В банку я закинула себе. Я еще прям добавила ссылку на свою банку в описание канала, на случай, если вдруг, ну, кто-то хочет потестировать, посмотреть, как оно там закидывается, знаете. Я ни на что не намекаю. Серьезно, ни на что не намекаю, просто на всякий случай, мало ли. Оттуда можно взять, к сожалению, туда можно только закинуть. Взять оттуда могу только я, но брать я оттуда не буду, потому что деньги рассчитаны на новый комплюктор, на то, чтобы ничего не лагало. Рука не пролезет! На то, чтобы ничего не лагало, на то, чтобы ничего не, вот, не ломалось, работало, не падало, чтобы мы играли, вот выйдет захват игры. Новый источник, Spirit Farer. Выйдет Spirit... Вот выйдут ассасины. Играть надо? Надо. Выйдет киберпук. Играть надо? Надо. Играть ладно. Стримить-то. Стримить-то надо. У меня руки больше. Арью охуел там. Минуточку сейчас. Не поняла, как говорится. Как говорится, не поняла. Так, дайте я все лишнее закрою, чтобы мне не нагружало немножечко систему. Нет, не хочу это сохранить. Здесь только две вкладки, хорошо. Комплимент на мужском. А, хотя бы же тонкая. Или так. Мои ручонки, ух, загребущие. Ух, вы себе не представляете. И я любопытная, и ручонки загребущие. Чтобы вы понимали. Тентакли и руки в умасёнка. Посмотрите, какая она охерительная. Посмотрите уже! Почему таймер? Мы не час играем. Тихо, таймер. Тихо. Не вот это вот. Где гусь-то? Где гусь? Где гусь? Гусь прячется. Часто... Не-не-не-не-не-не-не. Ничего не знаю. О, работает. Отлично. Не... Низкое качество графики. Отключить. Вот это я понимаю. А что такое запустить на фоне? А что такое стриминг? Не! Управление. Ну тут все понятно. Игрок 2? За котика играть можно, что ли? Подождите, это за котика, что ли, играть можно? Игра даже не началась, а Ви уже сломалась от умиления. Привет. А, наконец-то. Я уж подумал, что ты не проснешься. С микрофон забыл включить. Вот это было бы иронично, верно? Я Харон. Паромщик, перевозчик духов. По крайней мере, был до твоего появления. Не могу сказать, что я жалею о своем уходе, но у меня здесь остались неоконченные дела. Боюсь, тебе придется подхватить их и завершить вместо меня.
В конце концов, это мой самый последний день. А тебя как зовут? Такой. Я своими ногтями могу его, знаете, это... Игра еще не началась, и вижу в подворотне с ножиком и Сони Эриксоном в серии М550, сук! Давай, давай, Тратио, давай, беги. Беги. И играй уже скорее в нее, чтобы можно было сидеть и вместе обсуждать. Ой, привет, Дог, здравствуй. Стелла. Добро пожаловать, Стелла. Я вижу, ты прихватила с собой друга. Как его зовут? Нарцисс. Понятно. В таком случае вы разделите ношу на двоих и снимите ее с моих плеч. Как я и сказал, через пару минут я покину этот мир. И поэтому ты здесь. Ты станешь новым паромщиком. Послушай, эта задача не из легких, но суть проста. Подбирай заблудших духов, застрявших на островах, а потом, когда они будут готовы, привози их сюда. Умирающие души не могут совершить переход сами. Тебе придется осуществить их последние желания и помогать им до последнего вдоха. У меня, кстати, тоже был Сони Эриксон серии В. Тоже 500 что-то, но я не помню что. Хорону день до пенсии. Сюжетка должна случиться какая-то жопа. Ну что, посмотрим. Видишь, мы пришли... Мы сменщик. Мы сменщица, мы девочка. Так что подменяем Харона. Никак не подменяем, а вот это вот все. Этот огромный круглый мост, вечные врата. Альфа и Омега. Начало и конец. Котик. Котика зовут Нарцисс, да. Сюда ведут все пути и дороги. Здесь бытие встречает свой предел. Нет задачи важнее этой. Катастрофы как два! Никогда не забывай об этом, Стелла. Вот, мне нужно тебе кое-что отдать. Так, с этим будь очень осторожна. Это вечно свет. Это символ твоего статуса в этом мире и единственный инструмент, который тебе здесь понадобится. Погоди, что это ты? Это нарушение всех традиций. Коты как коты, господи, посмотрите! Ну что ж, прекрасно. Какая она милая, блядь, просто... Я не могу, мне физика, кто-то миленький. Я ем бугусей. Сейчас, подождите. Вика от умиления сходит с ума, Джек, в танк. Сейчас. Сейчас, подождите, я войс быстро запишу. Быстро. Сорян, сорян, сорян. Сейчас мои кошки ревновать будут. Они спят. Что ты хочешь? Они спят, эти кошки. Горка-морка. Представляю, как сбоку сидит кот Вики. Не убивает. Экстра-секс. Я вам серьезно, господи, такая милая кошка. Они так идеально котика нарисовали и вот это его характер передали.
Обманула. Пошла работу обсуждать! Вы жены крот этого казино! Вы кто такие, чтобы... Привет, Эндертел, приветики. Что делаем? Мы играем в Spiritfarer. Вечно свет будет помогать тебе в пути. Его свет горит во тьме. Последняя надежда Собачка духов Эндертел, усопших. Вик работает. Вик работает, да, когда не должна бы этого делать. Мы играем в Spiritfarer, полтора часика поиграем, и потом пойдем в доигрывать часовые игры. У нас там 4 штучки остались. У меня сегодня хорошее настроение, ужасно хорошее настроение. Я не помню, кстати, как вот эта вот штука называется в русском языке, когда ты используешь ужасно хорошее. Типа негативное... Негативный эпитет с позитивным каким-то, в позитивном ключе. Надежда есть пламя, непоколебимый свет, маяк вечности. Эта ноша тяжела и неудобна, но нет долга выше и благородней. Судьба заблудших духов теперь в твоих руках. Слушай, я тоже не сразу всему научился. Постарайся не теряться. Иди вперед шаг за шагом. Ты скоро привыкнешь к этому месту. Приспособишься к работе. В конце концов, ты ведь новый паромщик. О, и последнее. Когда я покину тебя, тебе нужно будет найти собственный корабль. Мой не подходит. К тому же, после моего ухода он исчезнет. Ты найдешь корабль недалеко отсюда, если будешь грести в правильном направлении. Скорее всего. Пора. В путь. Ба-бай. Прощай, Стелла, и удачи. Тебе она пригодится. Мне пиздец нравится игра! Вы себе представить не можете! Ма! Жрут и спят. Вик пишет голосовые, жестикулируя руками. Зачем мне понять? Я всегда жестикулирую. Я очень много жестикулирую. Плыву без рук! Привет, Ламинеги. Я в нее еще не играла, мне уже так нравится. Мне... Меня очень легко подкупить. Выглядит как концовка. Солодка пропала, кстати. Вот это очень странно немножко выглядит. Ну ладно. Она, кстати, не поднимается сама. То есть, видите? Я тыкаю наверх. Она не выходит. Надо подпрыгнуть. Выглядит как концовка. Так представляю твоих кошек, если увидит, как ты умиляешься котам в играх. Беднёжечка. Музон принес. Вики на звуки умиления, да. Нажмите их, чтобы прыгнуть, удерживайте, чтобы подпрыгнуть выше. Я тебя вижу! Я просто допрыгнуть до тебя не могу. Блять. Оп. Стелла! Это и правда ты? А ну-ка выпрямись, да, я на тебя посмотрю. Отлично выглядишь. И нарцисс тоже здесь. Придется нам найти щетку для чистки одежды. А, видимо, это все-таки не так очевидно. Это я, Гвен. Хорошо, что ты меня нашла. Но если ты здесь, значит... О, ты новый паромщик. Ты теперь выполняешь работу Харона. Я пыталась от него избавиться и попала сюда случайно. Я торчу на этом ужасном острове уже неделю, питаюсь сардинами и сигаретами. Забавно, раньше это я всегда вытаскивала тебя из передряг. Я вижу, у тебя теперь есть вечно свет. Ну конечно, видишь там корабль? Наш кораблик! Засратый! Сосиска! Сосисок хочу. Это он! Он выглядит слегка потрепанным, но давай захватим его. Уверена, он поплывет, ведь ты теперь паромщик. Ладно, встречаемся на палубе, я все объясню. Тихо. Я вам ору, господи.
Так, проблемы начались. Вишневый ликер. О, вишневый ликер, хорошо. Теперь будет способ дрессировать, чтобы так же на мячике плавали. Новые ассасины подъехали. Оп. Господи, как очаровательно. Сколько мусора? Хоба! Если вы не поняли, мне очень нравится эта игра, если вы до сих пор не поняли. Ладно, поехали. Надеюсь, мой шикарный мех не слишком помялся. Ой, красотка. Чудесно. Я не из тех, кто скачет от радости. Ну это прекрасно. Она же ни разу об этом не сказала. Может, Лина, мне ужасно, ужасно. Гораздо лучше, чем я ожидала. Ну, я считаю, эта лодка теперь твоя. Согласна? Хорошо. Ты паромщик, так что твоя новая работа — подбирать заблудших духов. Попав на борт корабля, они обретут свой истинный облик. По крайней мере, такая у меня теория. Чего ты на меня так смотришь? Иди сюда и обними меня немедленно. А так гораздо лучше. Пойдем со мной. Посмотрим на весь этот хаос. Вот это бардак. Напоминает мне старый двор тети Петуньи. Прекрасный хаотичный памятник чьей-то лени. Или жизненной невозможности что-то выбросить. В любом случае, нужно что-то с этим делать, а то моя аллергия на пыль проснется. Дай подумаю. Есть только один способ тут убраться. Тебе придется познакомиться с Альбертом. Это местный корабль. Шутки у него ниже плинтуса, но только он может помочь с починкой корабля. Просто отправляйся на верфь Альберта. Ну да, мы не можем делать выводы и просто так. Вика должна четко и ясно сказать, что игра ей нравится. Я четко и ясно говорю, что это охуенная игра! Вики, дай игру с котиками, лисиками, понимаете? Короче, я осознала недавно. Я не люблю выживачи. Я не люблю игры, в которых нужно что-то крафтить. Типа... ну, в смысле, в игры типа Майнкрафта, Don't Starve, там тот же Oxygen Not Included. Я в них могу играть только если есть компания с кем-то. Ну, Трутип, привет! Только если есть компания... какая-то, и я могу с кем-то в это в коопе играть. Но! Вот в такие игры, где у тебя есть сюжет, и ты должен двигаться к концу сюжета, но при этом делать там рыбачить, что-то крафтить, что-то собирать, подбирать. Я так их люблю, пиздец просто! Передать не могу. Она красотка, но есть нюанс. Ветвистые рога обычно только у самцов. Но она девочка! С другой стороны, у нее еще и три уха. Или что это такое? Обнять котика, обнять кисоньку. Вообще просто. Вот, типа, не моя кисонька. Моя кисонька. Обнять кисоньку. Трапа лень, что-то знакомое. Чего шляпкий кись? Ой, ты моя зёйка. А Long Dark понравился из-за милых зайцев, да. Там тоже крафт, там тоже, и вот Long Dark тоже, там крафт, там вот это вот все, и при этом у тебя есть сюжет, по которому тебе надо двигаться. Я очень люблю такое. Я только недавно это поняла. Вчера вроде кто-то говорил про шоколадку Nesquik, сегодня был в магазине, увидел, как она да-да-да, говорили. Вот так вот, видите, кто-то упоминает Nesquik, шоколадоньку, а кто-то ее берет и покупает потом. Трап, это неплохо, просто косяк дизайнера в пользу выразительности. Ну да-да, я не думаю, что это именно косяк, это скорее просто реально в пользу выразительности и самого дизайна персонажа. Вот и кот пришел. Дайте, держите.
Фури, берегитесь, ББ. Кто такой ББ? Будто Несквик испортился. Теперь он будет на руках сидеть в тени полутора часов. Кто сладкий? Кто Джейк? Кто любушка моя? У кого лапки сладкие, мягкие такие? Такие розовые, любимые. У кого когти такие острые? Ты сладкая моя. Такая она сладкая. Пойду пинать Несле, чтобы за рекламу заплатили. О, вот, диваноид покупал. Ну да, и скорее в пользу того, чтобы она не выглядела лысой, и не рисовать, и не придумывать какую-то прическу, а так у тебя типа рога, не про все. Ну да, да. Давай вот сюда. Это все мне надо. Я этим слушаю музыку. Дурында. Такая. И. Только улеглась, я ее выбросила. Ничего я не выбрасывала. Я гусь, не убегаю как гусь. Так, там не подхватилась еще наша гусиная... Вы не можете спать, пока рядом монстры. А, не подхватился еще наш гусиный смайлик? Шлёткая. Шлёткая. Ты, наверное, пытаешься понять, как заставить корабль плыть. Это как раз очень просто. Вот, я нашла этот ключ на острове. Ой, шерсть теперь. Он открывает кают на корме, а там ты найдешь карту с проектором. Откуда я все это знаю? Ну, если ты помнишь, я планировала побег. И ты меня знаешь, я всегда все планирую до мельчайших деталей. Мельчайших деталей. Иди, открой кают, Стелла. Использовать карту должно быть не очень сложно. Тебе просто нужно отправиться на берег Альберта. Прилепить к нему звук гусельник. Наш футболка. Два ч... Ага, подождите, а ну-ка, бэбэй. О, ты пузи, сладко, и такое! Один из челов, что хорош в иронии, пост-иронии, самоиронии. Делает кратко об древних играх, типа Аркс Фаталис или серии Готики, растягивая кратко на несколько выпусков. Но качество не снижает, что хорошо. Растягивая кратко на несколько выпусков, напоминает мне одного парня, про которого постоянно говорят ребята, которые с Ксардосом, вот это вот. Вернее, как? Напоминает киберхиппи! Чувака, про которого постоянно киберхиппи говорит! Так, а вот и врата вечные. Верх Альберта, поехали. Насколько понимаю, корабль плывет с помощью твоего вечносвета. Так он пересекает океан и находит заблудших духов. Теперь понятно, почему я ничего не могла сделать одна. Признайся, все это очень увлекательно. Ладно, наверное, все слишком внезапно. Харон, вечные врата, паромщики, этот корабль, и я здесь. Так много всего. Должно быть, ты пытаешься понять, что же здесь происходит. Честно говоря, я и сама не знаю. Ты можешь на меня положиться. Я постараюсь тебе помочь во всем этом разобраться. Как я уже говорила, я хотела сбежать отсюда сама, но что-то мне мешало. Теперь, когда ты здесь, я начинаю понимать. Оставлю тебя в покое, не бойся. Осмотри корабль. Можешь попробовать порыбачить. Все в твоих руках. Рыбалка! Так, как рыбачить? Старый башмак. Обнимашки всегда можно делать по ходу. Гусасин. А что-то гусасин не сработал. Кошка прибежала. Блин, класс. Зоя ушел куда-то в подполье к соленьям. Мы как неприкаянные нашли еще одного бородача.
А давно от Зулина не было никакой информации? Я буду краток, был краток в течение 48 минут. Ну вот там тоже. Эти обзоры по несколько часов, которые... И в целом он все несколько часов разговаривает. То есть он что-то говорит, что-то объясняет. Сельдь! Давай еще разочек последний. Видимо, приплыли куда-то. Я этот вечер перезагрузила ради гуся. Надо тоже перезагрузить, потому что у меня гуся еще нет. Не подхватился. Обычно я буду краток, прибавляет еще картинку с мемным лицом. А теперь отправ... Верфь. Гусь появился, все. В рутоне гуся не будет, на Твиче. Все, огонь! У меня просто, я еще смотрю в этом, в чате... в чате в ОБС, а он подхватывает чат из Твича. Сидит дома. Через окошко соседнего дома. Обзоры, которые идут дольше, чем прохождение. Да, обзоры, которые идут дольше, чем прохождение. Я так понимаю, что это достаточно мемный чувак. Но я его особо не смотрела. Я чуть-чуть смотрела. Обзор на Сибирь. Все еще? Отправляйся на верфь и обнови чертежный стол. Единственный способ убрать весь этот хлам. Интересно, из чего все это состоит? Судя по запаху, здесь не меньше 7 видов грязи и пыли. Все еще. Очень редко, конечно, он обновляет. С другой стороны, если всех устраивает, то... А тех, кто не устраивает, его уже не смотрит, не ждет, наверное, не подписан. Добро пожаловать на мою верфь, юная путешественница. Путешественница. Мои цены — лучшие друзья покупателей. Меня зовут Альберт. Я занимаюсь кораблестроением всю свою жизнь. Полагаю, ты новый паромщиц. Новая паромщица. Мне так будет комфортнее говорить. Ну, конечно, кто же еще? В любом случае, тебе удалось запустить этот корабль и приплыть на нем сюда. Гвен молодец, что посоветовала тебе обратиться в мое скромное предприятие. Посмотрим, что тут у нас. Симпатичная лодочка. Забавно, выглядит точь-в-точь, как та, которую я построил на своей старой верфи. Видишь ли, Харону надоело его мрачный промозглый ковчег. Честно говоря, старик все время был всем недоволен. Но клиент всегда прав, так что я построил ему новую лодку получше. Разумеется, он так и не бросил свой старый корабль. Сила привычки. Но ты не волнуйся, можешь оставить ее себе. Будем считать, я тебе ее одолжил. И да, я еще кое-что скажу. Ты знаешь, у нас тут ходит шутка про стройку. Не волнуйся, мы еще над ней поработаем. В общем, скажу тебе так. Немного любви, эта рыбка снова засверкает. Первым делом тебе понадобится хороший чертежный стол. Тебе повезло, что ты сегодня добрый. Так что я тебе его дарю. Совершенно безвозмездно. Он, конечно, совсем простенький, чего ж тут говорить. Но все следующие улучшения стоят сущие гроши. Так что покупать их будет сплошное удовольствие. Просто попроси меня улучшить корабль. Мне очень нравится, ребята! На Сибири 2. Точно ради большего погружения пошел в Сибири пешком! Сука. У всех свои... Капитула! Да. У всех свои источники вдохновения. Может быть, он хочет именно пропитаться, знаете? У меня еще пиздец настроение хорошее. Я вам передать не могу. Просто, блядь, я аж прям расплескивается, сука. Пиздец. Любопытный криль, бесстрашная выдра, отважный ламантин, неустрашимый дельфин, дрочливый нарвал. Цветочный хор, господи, красота-то какая. Ёб твою мать, красотища какая. Ты сможешь строить и ремонтировать постройки. Вкуснятина. Но если захочешь корабль побольше, повеселее, я всегда готов помочь. Возвращайся, когда на корабле станет потеснее. Я знаю, что тут есть штучки, которые можно собирать. Я это видела. Половый
постелите монитор, вот монитор скорее, да. В принципе, можно, конечно, и пол. Штучек нет. Ждем игры от абьюза, чтобы это исправить. Хорошо. Альберт дал тебе его бесплатно, я одолжил тебе корабль. Подозрительно. Трудно угадать, что он задумал, но все это звучит зловеще. Ладно, давай займемся самым срочным. Нужно убрать мусор с палубы. С палубы поднимись. Убрать любое строение. Подожди здесь внизу. Так, и новое бревно, бутылка, старый башмак, старый ковер. Ты отлично справилась, Стелла. Хорошие новости, теперь у тебя достаточно ресурсов, чтобы строить гостевой дом. Необходимо дополнение. Новоприбывшие духи смогут отдохнуть, поспать. Спать там будет не очень удобно. Я могу тебе сразу сказать, что никто не захочет провести там больше одной ночи. Но это лучше, чем спать на палубе. Звезды, конечно, красивые, но доски твердые, да влажность ужасная. Доверяю это тебе. Удачи. Проспойлерила. Знаешь, как проходил. Хочу тоже. Я тоже так хочу убирать. Ты просто подошел такой пунь, у тебя весь мусор. Весь мусор превратился во что-то полезное. Так, гостевой дом. А хотя... Очень милый гостевой дом. Чувствуется твой стиль. Как всегда, прекрасная работа. Теперь я наконец могу присесть и насладиться видом. А, постой. В чем дело? Происходит что-то странное. А, следовало ожидать. Я проголодалась. Очень проголодалась. Ты знаешь, повар из меня никакой, а у тебя всегда это получалось превосходно. Может быть, ты уже даже наловила рыбы? Осталась одна проблема, я не могу есть сырую рыбу. Разумеется, я могу попробовать, но, скорее всего, подавлюсь костью, и на этом жизнь моя оборвется. Я уверена, что ты не желаешь мне такого конца, как бы абсурдно это ни звучало. Так что тебе нужно снова использовать свой чертежный стол и построить на борту кухню. Я точно видела там чертежи для нее. Также необходимы ресурсы. Чё-то. Тебе нужен сияющий студень. Есть только один способ его раздобыть. Я... Ладно. Надо было тебе сказать еще, когда мы только встретились здесь. Есть одна вещь, которой я боюсь больше всего на свете. Темная сущность. Мне жутко даже думать о ней. Бездна, которая пожирает все, даже свет. У нее много обличий, она всегда являлась... Мне она всегда являлась в виде медузы. Да, я знаю, что это смешно. Этот сияющий студень для кухни можно получить только из медуз. Так что у нас нет выбора. Мне придется посмотреть страху в лицо. Но ты здесь. С тобой у меня хватит сил. Ты сразу увидишь их на карте. Они образуют темное пятно ужаса. Иди, мне нужно собраться с силами. Темное пятно ужаса. А вот и темное пятно ужаса. А что это? Поехали. Заходишь, а так можно? Заходишь на сайт клинингового агентства, нажимаешь. Бля, я хочу попробовать заказать домой клининг. Потому что я хочу, чтобы мне как минимум помогли с помывкой полов. Знаете, вот этим всем. Строй, готовь, сопровождай. Мне очень нравится игра. Прям пиздец. Чтобы помогли с помывкой хотя бы полов, потому что они у меня... Я все их никак отмыть не могу нормально. Каждый раз грязно, грязно и грязно. Что за дела? Олень, бля. Вот лес, иди жрать мох! Охуевший олень какой-то. Сигарету потуши. Она, кстати, вроде не это. Уже все с сигаретами... Четверть зарплаты, блядь. Но я хочу просто, чтобы не однажды уже отмыли этот пол и дальше самой поддерживать, потому что он пиздец просто. Я могу, конечно, заебаться, но я не хочу заебываться. Что, мне зря зарплата приходит, что ли?
А еще я знаю историю о том, как заказывают уборку на дом. Ой, ебать. Ой, ебать. Вот и приплыли. Черт, вот и они. Помни, тебе нужны медузы с сияющим студнем. Их сразу видно. А вообще, пусть как можно больше медуз лопнут. Ты в любом случае получишь блики. Подожду внутри, мне здесь слишком тяжко. Иди, я в тебя верю. А, я знаю историю, когда заказываешь обычно уборку на дом, да? Ты ж, ну... А, бля, как она смешно прыгает. Ща, внимательно. Заказывают клининг, и клининг у тебя шоу. У тебя он чистит все, что можно почистить. Но... Люди иногда начинают убираться, стесняться своей грязи и сами убирать, чтобы, не дай бог, про них чего такого не подумали. Знаете, что вот ты там какой-то, не дай бог, засранец, который а-та-та не убирает дома. И вот это вот все. Так, 50 бликов. А долго еще так? Все. Вот, короче. Ладно, вот это да, это было нечто. Ты вертелась и сверкала, как метеор, без тени страха и сомнения. Ты ни капли не изменилась, Стелла, и тебе удалось собрать достаточно сияющего студня, чтобы построить настоящую кухню. Вперед, приступай, я буду терпеливо ждать, медленно переваривая себя. Так, это не то. Надо вот сюда наверх. Так. Кухня. Ага, вот он, сияющий студень. Так, а как бы так сделать, интересно, чтобы мне потом было удобнее подбирать этих ребят? Теперь ты можешь использовать духовку на кухне. Шерсти еще на десяток котов насобирает. Нажал на кнопку клининга, пришел лысый. Докинула монет, появился лысый из Бразерс. Заказываешь клининг на дом, в итоге снимаешься в порно. Вот это я понимаю. Если только еще денег заплатят. Если за клининг денег не возьмут, а потом за съемку в порно заплатят, это тогда как бы, ну ладно. Там все просто. Запихиваешь ингредиент в духовку и ждешь. Можешь попробовать на этих кукурузных зернах. У меня тут завалялось в карманах. Не терпится снова видеть твое поварское искусство в действии. У тебя все получится. Так. Рецепты. Ага. Ой, смотрите, сколько. Пизда. Деревяхи готовить можно. Попкорн. Ой, как медленно готовится сельдь. Ой, как медленно готовится сельдь. Тихо, съем что угодно. Просто дай какой-нибудь еды. От голода я пока не умру. Спасибо, это лучше, чем я ожидала. Да уж, ты всегда творила чудеса на кухне. Не забывай, духи не питаются солнечным светом. Нас тоже нужно иногда кормить. Тебе придется самой разобраться, кто что любит. Что касается меня, ты наверняка помнишь, что я всегда любила утешительную еду. Я готова жизнь отдать за чашку крепкого кофе. Но я непривередлива, съем все что угодно. Главное, не повторяйся.
Пока я не забыла, я должна была тебе кое-что отдать. Не уверена, как именно это работает, но обол — символ перехода. Это плата, которую обязан заплатить тебе каждый дух. Но почему-то мне кажется, что ты и так это знаешь. Ладно, давай займемся обустройством. Есть чертежи для поля и огорода. Выращивать кучу всего, превратить корабль в очаровательную ферму. Я бы первым делом добавила поле. Проще найти ресурсы, можешь выращивать лен, из которого можно делать множество вещей. Нужно будет не только устроить поле, купить для него семена. Но это потом. Нужно съездить на остров поблизости. Называется бухта Мосштейн. И там есть все, что нам нужно. Объясню, когда доберемся туда. Скорее промежуточные ингредиенты, чем деревяхи вроде теста. А, давай попробуем, слушай, мне интересно. Так, я поторопилась с деревяхой. Ставим. Посмотрим, что получится из деревяхи. Она еще дольше готовится, чем... Ох ты ж. Что это такое? Мне на корабль мидии налепились. Вы видали? А, да, забыла сказать. Как видишь, корабль не плывет ночью. Думаю, как-то связано с тем, что твой вечно свет... Ну, свет. Или какая-то другая формальность. У этого есть плюс, все могут спокойно выспаться. А ты в это время можешь заняться своими делами или просто отдохнуть на палубе, глядя на ночное небо. Звездное. Это они молодцы, конечно. Кабол, язык программирования, тоже должна знать, ты корабль утопишь. Я советую тебе тоже поспать в этой уютной комнатке на втором этаже твоей каюты. Проснешься свежий и бодрый, и корабль снова поплывет с восходом солнца. И раз уж я вспомнила, ты меня знаешь, вставать рано, не мой конек. Можешь всех разбудить с помощью вон того колокольчика. Не забудь, звонить нужно в определенное время. Думаю, раннее утро вполне подойдет. А теперь я, пожалуй, пойду вздремну. До завтра, Стелла. Спокойной ночи. Так, мы дождемся, что приготовится. Такая она сладкая, господи. Понятненько, корабль Тесла на солнечных батарейках, да. Они всем накапливаются. До этого дно обшивают железными... Что сельдь? Хорошо. Моллюски хоть прогрызть не могут. А, вот оно что. Так, 15:26. Абьюзу надо быстрее приходить, а то беда, ребята. О, приготовилась. Поехали. А почему только одна мидия? Я же подобрала много, вроде бы. Пошли спать. Да. Можно подождать, не успеть после часа Бэтмен. Можно еще на час продлить, так и быть. А ты хорош, а ты хорош. Угодно можно в уголь превратить, да. Переключить часы, выключить экран траектории. А, вон, ну у меня под вебкой часы сейчас. Вам не видно. Будем спрашивать, да.
Сейчас что? Сейчас восход? Это считается заранее утро? Я не знаю. А есть ли разница, в какое время суток ты ловишь что-либо? Или нет? В Портию захотелось снова поиграть. А ты ее прям проходила-проходила? Так, ладно, сельдь. Я думаю, можно просыпаться. Доброе утро, Стелла! Так, настроение. Покупает волокно, покупает нити, использует станок. Оптимистично. Съела блюдо, которое нравится. Так. Обнять. Спасибо. Так, еда. Перекус. Так, а что же ж? Я, конечно, могу еще раз попкорн дать, но она просила не повторяться. Где-то до середины, но играть будут заново. Там с тех пор куча... О, это прикольно. Портия прикольная, да. Но вот в Портии, опять же, вот я же говорю... Да, сейчас, это просто заметки насчет игры, что она такая вот там... Просто ты бегаешь, что-то делаешь, обустраиваешь, тра-та-та. Давайте. Не могу есть это... Ну, на, рыбку. Спасибо, мне понравилось. И она тортик кушает. Так, не улучшили мы ей настроение полностью. Так, ладно, поплыли куда-нибудь. Так, вот это новое место, но мы слетаем сейчас вот сюда. Сплаваем. И пойдем соберем ресы немножечко. Потому что, знаете ли, Роман опять заключился с медсестрой. Русские добавили новый квест. То есть, подождите. Подождите. Сюжет там есть? Что мне казалось, что не особо. Люблю игры, в которых можно рыбачить. Просто 10 из 10, ребята. 10 из 10. Ну еще, потом после этого вот с прекрасного жизнелюбивого и доброжелательного дела мы пойдем в Бэтмена. А там мряка. Вот это вот все. Мороженое, шоколад. Я думаю, что да. Но когда нам грустненько мороженое, мы ж кушаем. И шоколадки. Алло! Стоять! Удерживайте. Уголечек. О, известняк! Так, коробки в той стороне. Поехали. Там сюжет открывается по мере выполнения заданий. Сколько всего! На канале до сих пор не было ни единого симулятора рыбалки, да. Та еще акула, уверенность всем морским может нам пригодиться. Улучшение по возмутительным ценам, с их помощью можешь преодолевать страшные термовые барьеры в этом мире. Ага, подобрали. Поплыли вот сюда тогда. После сюжета можно дальше играть. А, там не выживалка, слушайте. Ты просто, по-моему, советовал Портию. По-моему, ты ее просто упоминал как-то в рамках совета, потому что Портии...
Майтамед Портия, по-моему, ее в банке нет. Но я уже серьезно, я не помню, кто что предлагал. Я не помню, что я сама записывала в банку. Поэтому банка у нас теперь это исключительно полноценный такой, знаете, экспириенс неожиданности чудесный. Открыл лутбокс и радуется. Я уже просто не помню, что там было. Потому что, может быть, Портия есть в банке. Там столько всего. Завод пос... Так, может, надо поиграть в My Time at Portia? Ладно, я просто в диком восторге, что у нас есть время с вами играть вообще во все что угодно. И работать... Блять. Я когда играла в Stardew Valley, шахты были моим любимым местом. Просто... Шахты to the win, to the rescue. Обожаю шахты. Обожаю шахты и рыбалку в играх. И потеряться собственно... Там можно лабиринты чувствовать. Это что-то типа Stardew Valley, да. Что-то в таком формате. Ну ничего, смотрите. Как минимум... Один... Блядь, мне телефон сел. Одну штуку из списка того, что я планировала нам на эти две недели, мы выполнили. Тут кто-то потоп. Опа! Что это? Медная руда. А ну-ка, собираем. Так, огонь. Всегда так много думала о других, всегда защищала тех, кто казался тебе уязвимым. Да, даже педантичных снобов вроде меня. Помнишь день, когда мой отец наорал на кошку? Мы только закончили начальную школу, но у тебя еще были такие синие кроссовки с блестками. Ты стояла и кричала на моего отца, будто сражалась со всей несправедливостью этого мира. Отец покраснел, как рак, и разбил лиловую хрустальную вазу. Это было прекрасно. Чудесно. Сейчас, подождите, я возьму зарядку. Момьен. Косики! Сладкие зайки мои, любушки мои. Кошки лежат рядом. Вот это, блядь, охереть можно. Сюжет где-то там на фоне простенький. Ну да, там типа задание персонажей, простенький, видимо, сюжет на фоне. Но она в 3D. Это как Stardew Valley, только в 3D. Такой упрощенная графика там. Этот Happy Wolf нахватался его роликов про Frostpunk. Он там благодарный народ постоянно в шахту отправлял. Виготика 3 переменят. Да ладно. Да ладно, не переменят. Я тебе отвечаю, ничто не может. Одну штуку. Хорошее окончание. Привет, призрак. Здравствуй. Как ты? Люблю игры. Пиздец, люблю игры. Я передать не могу. А мы можем что-то построить? Чего не можем построить? Так. Нам нужно ехать дальше. Подождите! Стоять! А ну-ка. Давайте посмотрим, что из редьки приготовится. Как последние два дня только? А это хорошо. А как твой денечек прошел? Так. Едем. Так, подобрали всякую херню. А можно вот сюда? Охуеть, можно. А давайте не поплывем туда, там темно и страшно. Давайте поплывем вот сюда. Не будем рыбачить по ходу дела. Как минимум, Spirit Farer мы начали. Из того всего огромного списка, который я запланировала. Как минимум, Spirit Farer мы начали.
Работал, ел, читал книгу, пытался. А что ты читал? А что за книгу ты читал? А, блядь. Приготовила сюда. Лайт новелла. Так, погодите, мне сейчас нужно глянуть, что вот здесь у меня. Оп, оп, все. Лайт новелла «Сказание демонов». О, прикольно. Звучит прикольно. Как вам игра? Как вам игра? Как вам? Нравится? Я надеюсь, вам нравится игра. Как вам игра? Пошли, если заберем. Посмотрим, что из редиски получилось. У нас закат. Мне так нравится, как они... Если совсем конкретно, то портит это еще более грамотное приложение идей серии Harvest Moon, чем Stardew, причем со смещением с фермерства на мастерскую. Слушай, блин, ну прикольно. Опа, бухта Мосштейн. Слушай, может быть попробовать реально? Да пройду вторую... Как тебе, кстати, второй кошачий квест? Давай смотрим этот островок. Может, найдем что-нибудь интересное? Как тебе вторая часть, кстати? Потому что я все думаю, надо пойти купить ее и тоже залипнуть. А у меня сейчас появились деньги, поэтому как бы... Знаете ли... Что это? Опа! Какое величественное дерево. Ну, можешь его срубить. Да, все в порядке, не волнуйся. На самом деле, это лучший способ добыть нужную древесину. Беспокоиться не о чем, они вырастут снова. Еще одна интересная особенность вечносвета. О, прикольно. Он такой всемилый, я не могу, пизда. Не так залипателен, как первый. Напарник там еще бегает за тобой. В общем, нравится? Не в таком восторге. Ага, я поняла. А напарник у тебя исключительно NPC-шка? Или это может быть живой человек? Живой человек. Ты стала смертью, разрушителем миров. Шутки в сторону. Продолжай в том же духе. Наруби еще деревьев. А потом можем вернуться на корабль и строить поле из всех этих кленовых бревен. Подожду возле шлюпки. Боже, какая она классная. Господи, как они красиво сделали эту игру. Потому что я видела в скриншотах второго котика. Вот. Но я думала, это просто намек на кооп. А сетевого нет. Локалочка опять. Ну что ж, локалочка так локалочка. Удерживайся, чтобы сломать. О! Так, я подозреваю, что это все, что есть на этом острове. Я думала, тут будет дух какой-то еще. Но нет, просто собрать штучки. Так, хорошо. Если ты отказываешься от обнимашек? А, у нее почти портится настроение. Ой-ой. Котик отличный. Котик идеально помогает. Лучший. Котик лучший помощник. Нет, слизь. А со Стеллой? Ой, с Гвен. Так, ладно. Хорошо. Поехали, посмотрим, что мы тут можем. Можно, давайте вот из малинки попробуем что-нибудь. Мы никуда не можем ехать, да, как я правильно понимаю?
Опачки! Так, плывем первым делом вот сюда. Но пока еще темно, просто темно, можно ехать. А, блядь, ладно, все, невозможно. Уже невозможно ехать. Я с этой рыбалкой еще вспоминаю адовую рыбку всякую в Stardew Valley. Помните, которую надо было прям постараться, чтобы поймать? Котик и пес бегают, соло можно между ними на лету. А, можно переключаться. Собаки добавились. Неплохо. Смотрите, доплыли куда-то почти. Оставь ее на острове. Можно было на мех просто пустить. На мех и рога. Знаете ли. Изи. Потягули. Смотрите, какой котик классный, господи. Так, ладно. Хотя не, встаем! Подъем! Более суровая к тем, кто отказывается. А чё она? Вот это началось. Отказ от обнимашек, все дела. Доброе утро. Перекус бы не помешал. Спасибо, слишком сильно люблю утешительную еду. И обнимашки. И это... Так, как бы довести ее до прям идеально хорошего настроения? А-а-а-а-а! Ящики, ящики, быстро! Ящики! Стоп! Лоботомия! Так, пустая ракушка. Ракушка, вы поняли, да? Ракушечка. Пустая ракушечка. Я вообще возмущена тем, что только один ящик. На картиночке нарисовано два ящика. Где второй ящик? Пустая ракушечка. А вот тут что у нас? Мне так шляпа нравится у Стеллы. Известняк. Яркое ожерелье! А где лут? Улучшить чертежный стол можем. Интересно, а будут рецепты, в которых... Хотя вряд ли будут рецепты, в которых надо что-то там... Нет. В которых надо как-то комбинировать, вряд ли. Так, нам нужно вернуться к Альберту и чертежный стол улучшить. Построить поле. Так, давайте-ка построим поле. Шляпу явно не знайки спионировали. Она у него в форме звездочки. Она же звездочка. Так, построить. Поле. Это что? Сияющий студень. Ни одной не хватает, но у меня кухня есть. Молния в бутылке. Молния. Так сделаем. Будешь разговаривать? Выглядит лучше, чем я думала. Есть с ним какая-то изюминка. Просто, но элегантно. Теперь тебе нужно посадить там полевые семена. Семена могут расти только в предназначенных для них местах. Огородные семена не будут расти в поле, можешь даже не пытаться. Но ты меня знаешь, у меня бы и пластиковый кактус не выжил, так что не верь мне на слово. Мне приходит в голову только одно место, где их можно найти. Теодор специализируется на семенах. У него есть лавочка в Хаммингберге. В самом оживленном городе в округе. Теодор с братьями основали ООО «Енот». Сомнительную конторку с шаткими моральными ценностями. Да, в этом мире тоже есть серьезные проблемы с нечестным бизнесом. Не хочу, чтобы тебя обобрали, поэтому пойду с тобой и поговорю с ним сама. Имела я как-то дело с этим наглым енотом. Он просто отъявленный мошенник. Поплыли в Хаммингберг. Нужно найти семена для этого поля. В смысле? У меня же есть семена. Вот!
Так, она любит кофе, поэтому давайте кофеёчек сейчас. Господи, лучшая игра, просто лучшая игра 20-го года, ребята. Поехали. А пошлите наловим медузок. Еще. Денежку наловим. Все равно награду Fall Guys отдадут, конечно. Все равно награду отдадут Fall Guys, потому что, ну... Блин. Ну, как бы, ну, блин. Ассасины новые не вышли. Нет, ассасины отстоят вообще в стороне. Ассасины это вне категории просто, понимаешь? Но мне так хочется новых ассасинов поиграть, я вам передать не могу. Причем, что играла-то я только в четвертых и чуть-чуть в первых пыталась. Все. Но вот Вальгала что-то меня прям интересует максимально. А. Кто-то еще... Ну это ж в рамках Бугагаши. В рамках Бугагаши. И понятное дело, что наградки там такое в основной массе. Так. Мяу, Тима и сладкая. Тима и сладкая. У меня, кстати, по какой-то причине отвалился Ютаб. Непонятно по какой. И вот мы снова здесь. Медузы к этому цвету украли всю мою надежду. Никогда к этому не привыкну. Какая-то часть меня убеждена, что это я во всем виновата. Ладно, можешь приступать. Готова? Да. Не бойся, столоны будут плыть прямо на нас. Да я и не боюсь. У меня тут вон мистяка сколько. Я удачно поставила все. Ух, ебать, все сверху. Такая музыка. Воу-воу. Там сверху штучка уехала. Кто-то сверху полетит. Надо еще выше поставить. Чтобы сверху прям собирать. 90 бликов мало. Маловато. В прошлом, позапрошлом помню, что ТГА был достаточно справедлив в целом. Ну вот на последнем, что там, дали награду этим. Давайте уголек приготовим. А, дали награду, вон, диско Элизиуму, вполне справедливо. Дали наградку Гусю, но он прикольный прям. Прям. Ага, бревнышек нет. Стелла, ты как? Ой, в смысле не Стелла. Еда, что я могу тебе дать? Нет, Стелла, ты уж извини. Знаешь, я даже под страхом смерти не стану есть фрукты. Я пыталась, не могу и все тут. Ага. А если овощи? Спасибо, мне понравилось.
фрукты не любит. А что у нас тут? А, ну им не нужна поливка. А, хотя нет, подождите, нужна поливка. Темнеет земля. Ну тогда и Сину награждали в свое время, не помню, прям совсем нелепых награждений. Ну, в целом, достаточно справедливо вроде как награждаются. Так. Оба! Обновляются эти штуки. Поехали сюда. Ну, по крайней мере, на ТГА. Не знаю, что там... Коза привередливая, не олень! Не знаю, что там на остальных, но ТГА вполне прикольно вроде. По крайней мере, не знаю, можно, наверное, обратить внимание на какие-то вещи, которые ты там пропустил, или что-то в этом духе. Опа, поехали. Что это? Кварц. Чпонь. Зернышки, семена морковки. И дерево, отлично. Слушайте, эта игра может быть бесконечная. Понимаете? А что она меня просила сделать? Я не залью так свои растения? Они у меня не охуеют потихоньку? Под шумок. Или что значит вон та... Или это просто что это огород? Еще куда-нибудь сплаваем. А, собственно, поехали. Ой, там что-то, смотрите, какое-то голубенькое что-то. Много всего, всего. В 2019 игру года дали Секире. Так, погодите, мне собираются денег за такси вернуть. Надо карточку курсибовскую скинуть. А где она у меня? Вот видите, а говорите, не чекай чатики рабочие. Мне денег дать хотят дополнительно к моему этому. К моей зарплате. Ух, сейчас богатая буду. Ух, деньги дополнительные на комплюктор. А я просто увидела, что мне лид написал мой. И я это... Как бы оп-оп. Так, сейчас, погодите. Я быстро напишу номер. Я хочу денег! Денег хочу! Мы же хотим, чтобы Викуля комплюктор новый купила. Хотим, хотим. А так бы я денег не получила. А? Thank you.
Так, сейчас спросим, могут ли они на другую карточку денег перевести. Потому что суккурсивы я потом себе еще переводить буду. Да-да-да, да-да-да. Вроде тебе все интересненько на это нормально идет. Привет, Катарес. Видел трейлер. Выглядит очень здорово. Она выглядит здорово, играется приятно. Прям вот приплыли. Она, понимаешь, эта игра прям в самое сердечко мне попала. В самую сердечечку. Теодор открыл лавочку, давай навестим. А мне интересно, а Теодор случаем не будет спать сейчас? Ночью? Это не про... Короче... Кораблестроительный ферма-симулятор. Кораблестроительный ферма-симулятор, потому что мы играем за девочку, которую зовут Стелла, и она новый Харон. Она новый паромщик, паромщица новая, переправляет мертвые души на другую сторону. Перед этим ей нужно исполнить последние желания этих душ. И у нас есть корабль, который мы апгрейдим, улучшаем. На этом корабле мы можем заниматься всякими активностями, типа я сейчас у меня есть огород, я могу готовить еду, я могу там рыбачить, собирать медузок со звездочками, вот это вот все. И я правильно карту написала? Прежде каждый раз так переживаю. Правильно. И при этом тебе нужно бегать, чужие квесты еще выполнять. И у тебя есть финальная цель игры. Короче, вот. Гладить кость. Смотри, Куторез. Замучилась каждую проволочку вытирать у компьютера. У меня за столом змеиное... Блин, ненавижу вот эти гнезда из проводов. Терпеть не могу. Вытирать проволочку, да. Как наволочку. Вот. Тут всех можно. Их нужно... Ты будешь собирать духов себе на корабль. Их нужно кормить. Их нужно обнимать. Оно такое очаровательное. Я тебе передать не могу. Оно супер крутое. Супер очаровательное. Супер просто лучшее. Понимаешь? Игра попала в самую сердешку. Опа, семена. О, дай угадаю. Видишь ли, я умею читать мысли. Тебя зовут Мария? Или Маргарита? Мисси? Нет, погоди. Эш! Нет, не говори мне это, не повезло. Я обязательно угадаю, когда-нибудь. Мяу. Мне так жаль, немного тороплюсь. Милая, неспешная, милая, неспешная анимация. Чат, на поорать! А, надеюсь, скоро доделать новую игру. Все данные прочитаны позади 5 ночей теории крафта. Очевидно, талант горных гномов к обращению с тяжелым оружием создает идеальную синергию с навыком вора 3-го уровня потрошения. Сочетание странноватое. Против 5 до 20 автокрита не попрешь, верно? Надеюсь, скоро доделать новую игру. Эти позички. Я тут пытаюсь найти дом для своей будущей семьи. Жена отправила мне искать что-нибудь подходящее. Сада, может быть, бассейном. Я много не требую, просто не могу выбрать. Я знаю, что ты не можешь мне помочь, но иногда проговорить такие вещи вслух помогает. Вдруг на что найду что-нибудь особенное. Йо-хо-хо, бунт! Кто бунтует? Посмотрите, как она очаровательно делает. Вы видали? Вы видали? Врум, врум, врум. Хорошенько рассмотри это святилище Стелла. Оно просто прекрасно. Некоторые объекты в этом мире связаны с паромщиком и его вечносветом. Я слышала, что этот памятник может усилить способности вечносвета. Здесь две ячейки. Уверена, что сюда можно вставить оболы. Но нужно получить их. Чтобы получить, нужно пригласить больше духов на корабль. Уверена, сможешь найти потерянные души вроде меня. Вот это вот наша душа первая, которую мы нашли. Вот она. Гвен.
Тут ты можешь смотреть, какая любимая еда, что любит, что не любит, какое у нее настроение. Можно, смотри, обнять. Ну, правда, не видно плохо за столбом. Гвен, да нет, она просто олень! На этом и на этом будет даже музыка, правда, там... Томение магическое. Ты обалуйся. Чувствую себя гораздо лучше. А кушенькать хочешь? Могу моллюску дать? Нет, спасибо, не хочу есть. Хорошо, не хочет кушенькать. Не надо за мной следовать, пожалуйста. Терпеть не могу, когда люди узнают, где я живу. Если узнаешь мой адрес, ты кому-нибудь расскажешь. Потом еще кому-нибудь расскажешь. Слушай, мне не нужна реклама в почтовом ящике. Так, а ну-ка давайте посмотрим, что у нас здесь. Еще раз нажмите в воздухе для двойного прыжка. Я здесь могу. Мои друзья! Кто тебе сказал? Добрый день. Мне так жаль, я немного тороплюсь. Я просто в восторге от твоей шляпы. В нашем магазинчике О-Енот продается только всякая дребедень. Семена, бревна, камни. Совершенно бесполезные предметы. Мне нужна такая же шляпа. Сама шила. Смотрите, какие. Ой, красиво, красиво, красиво. Просто это осанка, походка и мех. Ну, сутенер. Добрый день. А вот и Теодор. Иди посмотри, что он продает. Так, Теодор, прости, пожалуйста. Но мне некогда. Позакрывались все. Не могу допрыгнуть. Заходи, будущий клиент. Добро пожаловать в енот. Мы служим Хаммингбергу верой и правдой уже много лет. С тебя звонкий блик, с меня товар. У меня есть все для того, чтобы тебе захотелось потратить свои честно заработанные блики. Заходи! Ключ! Открывает дверь рядом со сломанной лестницей в хам. Сколько? 500? Яй. Трости нет. Что-то мне подсказывает, для животных будет намного больше. Надо будет следить за всеми и грани. Умилять и бесить. Ну посмотрим, посмотрим. Так, мне не ответили. Продай почку. Кусь, привет, Ливия. Здравствуй. Здравствуй. Как ты? Так, ну тут почку можно чью-то продать, конечно. Работаешь. Обнимашки. Работа, 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 перейди на Федота, а все денежки Ливи. Так, что мы можем купить? Репа, лен, кукуруза, кофе, морковка, известняк, медная руда, кленовое бревно. Но у меня цены, пипец, посмотрите на эти цены. Эти цены просто возмутительны. Нет уж, я не позволю ему нас обворовать. Готова слушать? Готова слушать, как я разнесу этого торговца в пух и прах? Отлично, давай начнем. Теодор, думаешь, я не вижу, что ты тут делаешь? Стыдись, мусорная эта душонка. Для таких, как ты, создан средний палец. Что? Мадам, что это значит? Моя подруга новая паромщица. Но это не значит, что она новичок. А уж я тем более. Так что у тебя не получится нас развести. Но я... Я вас уверяю, у нас тут все абсолютно законно. Я тебя предупредила, подлый полосатый хорек. Я ни секунды больше не потерплю такое поведение. Никаких подстав, никаких махинаций. Просто честные цены. Я... Так что хватит врать. А я в следующий раз постараюсь быть повежливей. Если ты поумнеешь. Ясно? Но... Да! Да, разумеется! Обещаю вам, я снижу цены. Умоляю вас, не ругайте меня больше. Я даже сделаю вам скидку. Эй, ты! Да, ты! Твоя подруга так круто разобралась с этим жадным торговцем. Похоже, вам обеим стоит присоединиться к верхолазам. Хотите наверх, правда? Я по вашим глазам вижу. Не буду врать, тут наверху довольно круто.
Лучшие люди всегда наверху. Ну, рано радоваться. Какой-то дурак сломал лестницу. Тебе придется научиться прыгать выше крыши, чтобы сюда забраться. Или можешь подняться по лестнице в доме. Ну, еще какой-то дурак потерял ключ. Ладно, увидимся. Да здравствуют верхолазы! Беда. Минус 2 нуля, вот это я понимаю. О! О! Ну! Алло! Наехала так наехала, ну. Так, что мы хотим? Лен, кукуруза, семка, морковка. У нас 1000 всего. Известняк, руда, кленовое бревно. А что мы хотим? Надо было записывать, что мне надо. А что мне надо было? Давайте посмотрим, что мне надо было. Кленовая доска, льняная нить. Блики. Известняк. Семена для поля. Просто семена для поля купить, окей. Давайте лен возьмем. Давайте возьмем кофе. А, подожди. А, 60. Все, 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 все. Я вижу, вижу, вижу. Давайте возьмем морковку, вот, например. Все. Такой. А что можно продать? Так, Асечка говорила ничего не продавать. Я ничего не продаю. Если ты все купила, я, пожалуй, пойду. Можешь не торопиться, встретимся на пирсе. Надо еще 5к заработать. Хотя, с другой стороны... Да, можно 5к не зарабатывать. Ты стыла, если я правильно помню. Никогда не забывай лица, особенно лица тех, кто вывозит водки и блики. Выбирай на здоровье, поехали. По идее, у нас здесь... А, я спуститься не могу. Ладно. Ладно. Такие красивые штучки висят. Хватит ручку крутить! Уходи, незнакомка! Мы не друзья! Ты начинаешь меня раздражать. Так, а внизу ничего не лежит, да? Поехали. FBI, open up! Абьюз! Ты вовремя! А то я уже увлекаться начала. Опа! Полить. Вечер в хату, кашель в радость, что такое? Все, пипец. Так, ща, погодите, погодите. Неудобно работать. Это пипец. Во-первых, голова болит, насморк, если есть насморк, кашляешь. Вот, казалось бы, да, дома сидишь, норм, все еще можешь работать. Но с плохим самочувствием это прям максимально неудобно. Прям на максималках. Так, сейчас, подождите, надо... Ненавижу, когда номера карточек кидаю, знаете, у тебя... Сколько там? 12 цифр? 16 цифр. И не все одним... Одним этим. Все 16... Терпеть не могу, когда так кидают. Так, ну шо? Пережидаем ночку, делаем вот эти штуки, садим что-нибудь и поехали играть в часовые. Как дела? Абьюз, выздоравливай. Абьюз, выздоравливай. Мне сегодня пришла зарплата. Мы играем в Spiritfarer. Еще часовые. У меня такое хорошее настроение. Пиздеть просто. Только воды нет дома. Так, это что вы хотите сказать? Выросла. Выросла. Ой. Вот это по красоте сейчас. Ты меня опередила. Стелла продала прирожденный садовник. Скоро это... Садовница!
скоро корабль превратится в уютную плавучую ферму. Не забывай, растения нужно время от времени поливать. Только у меня не проси совета. Знаний о растениях у меня не больше, чем эмпатии у моего отца. Тебе придется найти учителей получше. Кстати, пора привести сюда еще кого-нибудь. Я бы с радостью путешествовала по морям с тобой вдвоем. Но ты паромщица. Паромщики находят духов. И да, помогают им воплотить последние желания, даже самые обыденные. Я слышала об одном... Так, она же нам не сказала свое желание. А еще последний день лета. Да. Завтра первый учебный день, походу я его благополучно проебу такими темпами. Доделал на работе штуку, но в целом почти ни хера толкового за день не сделал. Не-не-не-не. Мы так со своими делами не обращаемся. Мы так к себе не относимся. Нет. Ты, во-первых, работал больной. Во-вторых, ты все еще штуку сделал. В-третьих, я уверена, ты делал еще много всякой мелочи. Ты молодец, абьюз. Умничка. Молодец. Муа. Тебя ждет приятный сюрприз. Иди в путь. Опа. Абьюз, смотри. Смотришь? Смотри. Абьюз, не смотри, я наебала. Давайте я кукурузку приготовим. Ну-ну, что ну-ну? Что ты без настроения ходишь? Да как так-то? Я наебала. Прости. Давайте пробуем ей попкорна дать. И кофе сварить можно. Подождите, а как кофе варить? О! Давайте кофе ей дадим. Последний день лета. Первый день завтра этого самого. Короче, прекрасно. Счастье, радость. Давайте смотрим. Бля, так охуенно. Ребята работают. Что там? Куда ты ушла? Ага, к себе пошла. Сейчас мы ее... Так, кофе. Кукурузку давайте сюда. У меня, кстати, морковку я, по-моему, брала еще. Хочешь кушать? Ой, ачивка, хоть кто-то счастлив. Это чертовски хороший кофе. Не знаю даже, сколько литров кофе я выпила за свою жизнь, но этот лучший. Спасибо тебе огромное, Стелла. Ебать. Так, эффект настроения. Покупает волокно, нити, использует станок. А у меня станка нет. У нас нет волокна и станка пока что. Не так хорошо, спасибо. Но за то, что она отказывается обниматься, мы уже решили, что, наверное, временами стоит ее на мех пускать. Мы решили. Ну, как бы. Я так поняла, они обычно сами не знают, что у них за желание, выясняют. А-а-а, вот как. Я поняла. Это имеет смысл на самом деле, что нужно выяснить это последнее желание и исполнить его таким образом. Так, а ну-ка, что с ракушкой у нас здесь происходит? Обычная мидия. Прекрасно. Обычная мидия. Чудесно. Пустая ракушечка. Хорошо. Пета, плиз! Не-а! Не-а! Так, мы можем пойти построить на самом деле себе улучшить чертежный стол. Давайте мы съездим туда. Нет, мне не сюда надо. Мне надо вернуться обратно. А что вот это такое интересно? А давайте-ка сейчас вот построим и на этом закончим. Давайте. Чтобы минус одно задание у нас было. Где-то помню такой концепт насчет последнего желания, которое я не знаю, что... Кстати, да. Где-то, по-моему, такое уже было с концептом последнего желания, которое нужно выяснить и помочь исполнить. Ну чё, игра, будем продолжать ее? На стримах. Аниме, ангельские ритмы. Блин, я где-то в игре в какой-то это помню.
Бля, поторопилась сказать, чуть не поперхнулась этим самым. Сейчас, подождите. Я стала еще богаче! Налог на богатство, погодите. Я не настолько богатая стала, оло. To the Moon. Слушай, а в To the Moon же эта штука реально. Надо же было выяснять последнее желание человека. Реально там эта херня была? В любом случае, у нас иначе у нас не будет... Ну все, понедельник рабочий. Я получила деньги. Я теперь богата! Подождите, я пойду посмотрю на свой счет на карточке. Господи, столько денег в руках не держала. Не, конечно, держала. Я выебываюсь на самом деле. Но еще деньги могу закинуть в банку. Ребята. И у нас теперь в банке... Я, конечно, себе поставила 25к максимум. 25к максимум. Но в 25к, скорее всего, я не вложусь. Ну, как бы не скорее всего, а 100%, естественно. Но вот эта штука у нас там внизу еще висит. Мы туда ебанем. Посмотри на свое счастливое лицо. И у нас есть половина. Из 25 есть 14500. Сейчас еще можно парочку вкинуть. Это будет... Мы почти где-то на месте там, слушайте. Эх. Абьюз! Готов к играм! Абьюз! Жалко, что только сельдь. Декабрю вполне реально. И к декабрю реально вполне реально выглядит. Правда, как бы, конечно, в ноябре бы вот, ну, немножко. Осталось 4К, и будем глядеть мультик. Ну, 4К, кстати, за сегодня... Нет, наверное, за сегодня не накопится, но половина как минимум накопится, скорее всего. Так, почти времечко переключается в сон. Но нам нужно... Надо будет поспать, и уже вот завтра сможем ехать. Так,
Хорошо, что здесь миди. Медузки начинают лететь, когда ты с Гвен поговоришь, а не просто вот рандомно. Не только деньги. Ну да, тут не только деньги, но и доступность, конечно. Я полностью согласна. Mm. Вот снова здесь. Украли мою надежду, никогда не привыкну. Mm. Да, поехали. Не бойся. Да я, блядь, не боюсь! Лёту давайте! Понеслась. А, пропустила? Стоять! Е-бой! 100 бликов! Мало! Еще? Не, все. Жаль. Жаль. Очень жаль. Пойду за обедом. Давай. Давай, приятного. Нет, не выросло. Ладно. Давайте кофеечка еще шлепнем сейчас быстро. Привет! Unholy Hostyper. Гоуст. Приветики, приветики. Как ты? Так, кофеечек. Готовим, все готовим. Включила свою картоху. И чё, как там картошечка твоя? Так, мне интересно, слушайте, а есть ли смысл все готовить? Ну, то есть, вот у меня есть там, допустим, 4 кофе. И я все 4 кофе готовлю. Это вообще стоит оно того или, может быть, не очень? Так, она спит. Бревна. Давайте до утра спать. Куда-то... Плывем... А, не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Сюда. Гвен! Приветики, Гвен! Просыпайся! Последний день лета, завтра можно минус 3, ждал месяцев 5, не разрешу мне сентябрь. Но хотя бы для начала, пускай это будет... 22-23, пожалуйста. Потому что это невозможно. Так, у меня должна была быть. Давайте лед посадим. Ну хотя бы. Что за Fallout умерный? Да ладно. Ну это мы плывем.
Доброе утречко. Такое странное чувство, мне очень хочется есть. Что насчет кофея? Хочешь? О, спасибо, Стелла, слишком сильно люблю жизненную еду. И давай еще обнимашки. Обнимашки! Абьюз! Чувствую себя гораздо лучше. У тебя сейчас 23, и тебе... Серьезно? У нас просто почти 30-ка, поэтому... Вот вообще не прикольно. Почти 30. Плюс 34, ну вот такая. Поэтому градуса 23 прям воспринимаются как какое-то благо, если честно. Если честно. Молчу про остальные части. Мое лицо влажнее, чем мои фанатки, когда я на сцене. Неплохо, неплохо. Я не знаю, потому что вот в 30 мне плохо, а в 20-22 прям идеально. Самое оно. Минус 3 уже как-то холодновато. Я все-таки мерзлячка, и оно прям вот, ну, не заходит мне такая температура, я вам скажу. Все, я быстро. Там доберем, соберем и поехали. Честное слово. Мы быстро. Если двигаться, начну кожу начинать. Я себя так чувствую в разгар лета, когда там 35-38. Слава богу, у нас такого не было. Слава богу. О, ты боже, кошка потягули делает. Сладкая. Усложненное прохождение. В смысле? В смысле? У меня стоит усложненное прохождение. 32 вообще не одобряю. 32 просто нет. Можно, пожалуйста, не надо. У нас сейчас... Сейчас я скажу, сколько. Погода. Поехали. 20-31. Ну, понятно. Короче, Ламинаги, мы с тобой где-то рядом. Спидраним со спойлерами. Серьезно, такие теги стоят? Это не я, это Twitch. Twitch считает, что мне ок. Усложнен. Я не знаю, что тут усложнять можно, конечно. Спасибо, Twitch. Заботишься обо мне. Теги вообще без... просто безумие сплошное. Сплошное безумие. И вот это вот все. Так, сейчас мы будем, по-моему... Можно еще одну, наверное, поймать. Хотя, ладно. Никаких блестюшечек нету. Так, семена, семена, репа. Прекрасно. Прекрасно. Так, что такое? Давайте поливаться. Двуликая реальность, биполярка, не знаешь, что ты... Тут дело такое, знаешь ли. За тебя теги ставят, а... Как бы... Вообще без понятия. Без понятия, что происходит. Безумие какое-то, серьезно. Поехали готовить. Так, куда я собиралась? Надо плыть. Плыть, улучшать свой строительный, свою строительную штуку. Поехали. Альберту. Гвен хуже всего в такую погоду. Она девочка, она Гвен. Человек ушел. Норм. У нас тут бриз. Вода рядом. Что может быть лучше, чем вода рядом? Ну скажи мне. Ее обдувает. Она стоит на улочке. Прям шу-шу-шу-шу-шу. Прекрасно. Она к лету линяет. Ты знаете, как эти видосы всяких... как называются? Эти люди, которые собак от линяющего всякого вот этого дела чистят. Эти видосы, когда просто счищают, там отдельно еще одна собака, или штуки три даже, по количеству шерсти.
Усложненные прохождения со спойлерами, совместные игры и все три тега. Ну, мимокас, видишь. Мне нужно поставить себе, ну, запомнить, какие я обычно ставлю, и просто проставлять их, перепроверять на автомате и перепроставлять. Лучше, чем вода, пиво, сало, замкнутый круг. Пиво, сало, эх, сало. С картохой бы. Кошка! Так, погоди, погоди, отец, погоди. Нам надо достать штуку. Твич взломалка. Либо я сама себя взломала. Тут такое дело. Приветствую, юная леди. Должно быть наша новая паромщица. Очень рад знакомству. Моя имя Франсис. Я, можно сказать, что-то вроде бродячего торговца. Видишь ли, я очень люблю вещи, объекты, безделушки, диковинки. Просто скупаю все. Проще говоря, я готов купить у тебя все, что тебе больше не нужно. Не сомневаюсь, в твоих руках уже есть порванные башмаки. Кошка рядом с компьютером, это мой страшный сон. Чего? Когда хожу подстригаться, почему-то тоже много волос остается. Сколько на голове не было зачастую, ведь я не на лысо. Думаешь, они специально ставят теги, чтобы продвигать мои стримы, пиар? А почему они тогда ставят неправильные теги? С чем бы хотела расстаться? Поговорить. Какое удовольствие видеть активную молодую девушку за работой. Разумеется, Харон был настоящим профессионалом, но его манеры... Он был несколько холодным, если понимаешь, о чем я. Забрал с собой все мои находки. Все свои находки. Какая жалость. Но теперь ты здесь. Гиб-гиб-ура, осмелюсь сказать. О, неунывая, отважная мореплавательница. Мореплавательница. Старый Франсис всегда готов протянуть тебе руку помощи. Но не дай мне перебить твой аппетит к приключениям. Вперед, поднять паруса, бесстрашная путешественница. А что за поручение? Интересно. Так, купить. Таинственная семечка стоит 500. Пустая бутылка. Но у меня пустые бутылки есть. А, это льняное волокно. Давайте ему ботинки продадим. Ну, серьезно, я сомневаюсь, что нам понадобится. А вот старый ковер и яркое ожерелье, ну, оно стоит столько. Пыльное все равно ценное. Если долго смотреть, начинает кружиться голова, надо продать. Может тогда продавать это дело? Больше пиара, больше пиара. А, из животных проходит мимо техники, инстинктивно нажимаешь кулачки. Чиполлино, вроде лучок. Это лучок, да, похоже на лучка. Кинзадзумы-то. Ну, давайте продадим, наверное. Ковер и... В другой жизни с его помощью можно было найти стражи. Теперь оно бесполезно, надо продать. Ну, давайте продадим. Да, это лучок. Сладкий лучок. Так, но он больше со мной говорить не хочет. Тут ничего собрать у него вроде нельзя. И мы едем дальше. Так, Чиполлинку мы нашли. Поехали. А, это мой кораблик. Поехали дальше. Чиполлинка прекрасен. Чиполлинген свалил из дома, женился. Что-то как-то не похоже на то, что он женился, если честно. Что, мы приехали, что ли? Я не поняла. Чё, мы никуда не едем? Походу, мы приехали. Мы реально приехали. Развелся. Повзрослел, постарел, развелся. Ну, приветики. Мне сюда уже месяц приходят письма для тебя. У меня здесь не почта. Тебе нужно поставить на лодке почтовый ящик. Если я получу хоть еще одно письмо с блестками, я взорвусь. Я тебя предупреждаю. Ты важный клиент, но я оставляю за собой право покричать на тебя. Разберись с этим. Так... Это что такое? Это что? Кленовая доска, льняная нить, молния в бутылке. Алло!
Я могу, кстати, лодку улучшить и эту чертежный стол. Да, я в игре блядь нашла. Давайте пошлем вот эту вот глиттер-бомбу. Такую, знаете. Так, а ну-ка, улучшили. Дубовая доска, льняная нить. Охереть можно. Бесстрашная выдра, средняя. А ну-ка. Стоимость 4. Вот 4К у меня уже нет. Недавно уволили одного парня с фабрики попкорна. Хороший был работник, но немного кукуру. Сука. Шутки у него. Так, окей. Сделали. Поехали обратно. Так, а ну-ка. Лодочка моя. А ну-ка, местечко. Чуть-чуть, правда, побольше совсем, но сойдет. Так, что у нас новенькое появилось? У нас есть ткацкий станок. Нам нужно еще 7 кварца. И она сможет ткать нам волокна, всякие полотна. Плавильня. Руду в слитке. Лесопилка. Бля. Проблема. Короче, нам нужно собрать на почтовый ящик. В общем. Мы здесь сохраняемся, выходим, делаем 15 минут перерыва на то, чтобы я покушала, и идем в часовые игры. Так, значит, Spirit Fire у нас Wind Waker на индиалках. А что такое Wind Waker? Подожди, не слышала тут такое. Смотрите, что есть. Я только поняла, что здесь есть кнопка инвентаря, ребята. Есть, так это же приготовить надо. Это еще приготовить надо. И вот это вот все, понимаешь? Тем более у меня будут пельмешки, там сильно много времени не надо. Так. Чаек хлебнуть не считается. Я оставляю. Мне нужно сюда прилепить этот. Ушла поесть. Она еще при. Да пельмехи! Что там готовить-то? Оло! Что там готовить пельмехи? Я, наверное, музыку включу. Я не оставлю эту игру на фоне, я включу музыку. Пельмехи топич. Просто. Так. Что? Не-не-не-не, никакого жира. Никакого жира. Ничего такого. Ничего такого. А можно стрим прекратить, тогда напоорать стрим. А ты хорош. Можно стрим прекратить, тогда напоорать, можно еще закинуть. А давайте так и сделаем. Чтоб я не торопилась, и чтоб вы не ждали, и чтоб народ не приходил, не видел, что здесь пусто. И до свидули. Давайте тогда прекратим стрим на буквально 15-20 минут. Снова встречаемся здесь. Но если кто-то сбежит, ребята... Мои глаза... Поняли, да? Все, тогда делаем перерывчик, 20 минут. Я тебя, блядь, найду на Твиче. Коты не сбегут, коты лежат. Все, я вас обнимаю крепенько, увидимся через 20 минут, так пойдем играть в оставшиеся 4 часовых. Все, я пошла. Пока.